Агидельская елка на зависть многим натуральная. Высокая красавица украшает городскую площадь уже с начала недели. В это время здесь началось строительство снежных и ледяных фигур, горки и лабиринта. Для украшения будут использованы и работы художников, победивших в конкурсе эскизов «Лучшие эмблемы к юбилею города». Открытие новогодней елки запланировано на 25 декабря 2014 года. А ориентировочное время – это 18 или 18.30. Мы приглашаем на это мероприятие всех жителей нашего города. И будет устроено представление. Я думаю, будет весело и будет очень интересно для нашего города. Также в рамках этого плана мероприятия у нас на 25 число запланированы мероприятия для наших детей. Это в первую очередь новогодние, конечно же, утренники и новогодние вечера. В образовательных учреждениях готовятся к новогодним утренникам. Городские организации на своих территориях устанавливают снежные фигуры для участия в городском конкурсе на лучшее оформление. Кроме того, в Агиделе начал работать елочный базар. Горожане могут выбрать живую елку любого размера и цены. Кроме того, агидельцам предлагают и искусственные ели от 50 сантиметров до 2 метров высотой. Цена от 130 рублей до 1400 рублей. Ну, так как пихты обходились очень мало их и вышли только сосны на рынок. И вот можем предложить в ассортименте от 1,5 до 2,5 метров. 350 рублей будет елка, которая 1,5 метра, 700 рублей 2,5-метровые. Праздник не за горами. Открытие городской елки состоится 25 декабря. Для жителей и гостей Агидели будет представлена праздничная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.